Братан, это по-любому развод. Если он не хочет переводить деньги, здесь два варианта. Либо он нас хочет сдать, либо убить. Третьего не дам. Ну и все, нет денег, нет тачки. Че, мы лохи, что ли, на личные встречи ходить? Ладно, Саша, давай, удались, конечно, это потом. Что случилось? Да я случайно от Ленки узнала, что завтра должен быть кастинг. Один крутой агент из Москвы приезжает. Ну и чё? Ну и чё, чё? Она мне такая говорит, только Марине не говори. Её на кастинг не позвали, у неё там бёдра, как футбольный ворот. И там ещё каких-то не позвали. Три из них вообще страшные, так и сказали. Лариса, можешь не истерить? Что случилось? Ну чё случилось? Меня тоже не позвали на этот кастинг. Меня, понимаешь? Я что, я страшная, что ли? У меня вообще параметры идеальны, кожа идеальна. У меня ни одного прыща. У Ленки, у этого дурацкого, вообще... Пицца Маргарита у нее на лице. Главное, ее позвали, а меня нет. На кастинг не позвали, ты плачешь? Да. Ну, Дим, ты что, совсем что ли? Дим, вот, ну скажи честно, как есть. Вот посмотри на меня, вот как есть. Вот скажи, я красивая? Только честно скажи. Ну, как сказать? Как есть. А ты у него спроси. Угу.